Я вообще считаю, что человек Бога придумал в соответствии со своими, так сказать, какими-то представлениями. Да? Например, протестантизм, да, это религия буржуев. То есть, если ты богат и успешен, то это Бог, знак от Бога, что Он тебя любит. А если ты бедный и пьяный валяешься в канаве, то это Бог тебя не любит. Отсюда лузеров в Америке не любят и так далее. У нас совсем другой, ровно противоположный взгляд. Богатство – грех, бедность – не порок. Отсюда вон семь сороков церквей, спас на песках – купцы строили, потому что грехи отмолить. Даже современные наши купцы строят. Я знаю одну даму богатую, которая грехи замаливает, храмы строит. Я лично человек верующий. То есть мне необходимо верить в, так сказать, в какую-то высшую силу, к которой можно обратиться в трудные моменты жизни. К сожалению, так обычно бывает. Когда все хорошо, про Бога забываешь. Когда плохо, вспоминаешь. И самые страшные и яростные атеисты в тот момент, когда в его вертолет попадал, значит, зенитный снаряд, вспоминал о Боге. И Бог их вытаскивал. Вот. И в этом смысле, мне кажется, что гуманизм не противоречит, на самом деле, не противоречит совершенно присутствию некой высшей силы. Просто люди, как это не моя мысль, это мысль моего отца, люди антропологизировали Бога, они его сделали, так сказать, не Бог сделал человека по своему подобию, а человек придумал Бога по своему подобию. Вот. И мне кажется, что Бог просто шире, больше, и не может быть постигнут человеком до конца, что есть вот этот Бог, высшая сила, судьба, вселенский разум и так далее. Но вот я считаю, что я в это верю. Я, наверное, не ответил на ваш вопрос.